по России такого проекта нету нигде. Есть отдельные сегменты, как вы говорили, в Татарстане мы были, мы смотрели. Там отдельными сегментами сделано, допустим, видеонаблюдение кусочек, там фото-видеофиксация, мониторинг они сделали часть, соединили ее со службой 112 и все. То есть от глобального такого подхода с единым центром обработки ни у кого в России вообще нет. Одна из подсистем, которая входит в комплекс системы коллективной безопасности, система Аксион, она как там будет устанавливать информационные щиты, где будет выводиться информация о любых происшествиях, там надвигающие какие-то ситуации кризисные и так далее. И в этих же счетах будут стоять датчики, которые будут брать пробы. Вот оксиды, аммиак, хлор, цианиды, это соединение всей синильной кислоты, и фосфорорганические, это все, что относится к отравляющим веществам.